Местные жители, спасибо им, хотят предупредить водителей, что это опасный участок дороги, и его мало кому удается проехать. Они тут, я видела, что палочки какие-то вставляли. В общем, молодцы. Самым навтыкая палочки, чтобы было видно, что там глубина. Ладно, все, ждем репортаж. Надеюсь, этот участок дороги перекроют, пока его не отремонтируют. Службы откачивали, тут все залили, а тут даже не видно, какой глубины ямы и сколько там воды. И люди, боясь вот попасть вот в эту вот лужу, объезжают ее с той стороны, а там яма. А люк до асфальта, короче, раскопан, и яма больше, чем полметра. Людей вытаскивают по 2 часа, по полтора. Самое быстрое, то, что вытащили, это за полчаса один раз машину. Почему нет никаких знаков, непонятно. Холодно, вот так вот мучиться. Могла машинку вытащить, эту машинку. 2 раза трос рвался. Вот уже полчаса тут тусуется водитель. Сколько еще ему предстоит?